Услышав тревожные новости из Гиргибельского района, не остался в стороне и Сагитпаша Умаханов. Министр промышленности и энергетики за счет личных средств направил партию комбинезонов, противочумных костюмов и халатов для медперсонала местной больницы. Средства индивидуальной защиты станут для медиков хорошим подспорьем. Теперь они смогут в первую очередь беречь себя и оказывать помощь другим, находясь в безопасности. Изделия были сшиты на одной из швейных фабрик в Косовюрте. Сообщается, что там по сей день продолжают принимать заказы от различных организаций и учреждений. Приехали из Косовюрта от Сагитпаши Дарбичевича. Привезли вам костюмы индивидуальной защиты для ваших здоровья. И Сагитпаша передал вам слова благодарности в первую очередь, и чтобы вы берегите свое здоровье. Вы сегодня оказались на передовой с этой болезнью.